Доброго вечера. Наконец-то мы дошли до центральной площади города Славянск. Сейчас у нас 14 октября, понедельник. Всех с праздником. Как видите, погода уже существенно поменялась. Наступила осень. Начались осенние дожди. Вот вчера был, сегодня целый день. Да и в этот момент тоже капает небольшой, но какой-то дождик. Небо поменяло цвет, солнца совсем не видно, но люди все равно ходят и по городу, и по центральной площади передвигаются. Много луж, можно по ним попрыгать, побегать, поперепрыгивать. Такие вот осенние развлечения на данном этапе. В основном все по-старому. В нашем замечательном населенном пункте мы плавно переместились на бульвар Пушкина. Тут такая же погода, мокрый асфальт. Всем хорошего настроения и до скорых встреч. Пока.